Puhujamellaan aiheesta kiinalaiset matkailijat Pietarissa. Näistä matkailutrendeistä China Business Centerin johtaja Mr. Chen Zikang, olkaa hyvä. Уважаемые господа, мэри из Финляндии, уважаемые руководители из нашего комитета правительства Санкт-Петербурга, уважаемые коллеги, как китайский туроператор, представители в этом городе, имею честь участвовать в такой мероприятии, как один из самых близких сосед со стороны ЕАЭС, имеет очень хорошее чувство и раньше всех начали эту тему. И действительно, по нашему работу, карты, почти карты делегации, карты тургруппы имеют большое желание смотреть сосед Финляндию. Но туда попасть пока ход не так много. Потому что, во-первых, это два виза. Во-вторых, это российский виза тоже пока нуждается в продвижении и развитии. Потому что некоторые страны для китайских туристов уже открыли 10 лет и многократный туристический вызов. Россия еще не начали. Китай в прошлом году около 120 миллионов выездных тур. Только что говорили наш комитет по туризму, руководители, может быть, эта цифра немножко пассивная, но фактически может быть больше. Потому что большинство количества в Российской Федерации приезжающих туристов, они могут не просто через Москву, и через другие регионы. И большинство, которые попадают в Российскую Федерацию, из них не меньше 90% обязательно смотреть это культурные столицы. Таким образом, количество должно быть достаточно больше, чем у нас официальная цифра. Это есть один маленький пример. У меня есть такой ресторан небольшой, 600 метров в Петергофе. За один сезон можно принимать около 50 тысяч китайских туристов. Один ресторанчик 50 тысяч. Это реальный поток. Но все такие маленькие показатели. Если 120 миллионов, сюда поступает не больше полмиллиона, я думаю, что это гораздо меньше. Есть очень большой потенциал, поэтому тур-тема туристической в городе уже поднималась очень самая горячая точка и самая жизнеспособная точка. Я здесь представляю китайское общество Санкт-Петербурга, общаюсь со всеми диаспорами, в том числе и китайские все туристические компании. Одновременно еще работаю как вице-президент китайского делового центра. В городе сейчас появляется такой парк. Называется Российский китайский бизнес-парк. Это на базе ЛНЕСПО. ЛНЕСПО здесь проводили с первого дня. Это российское самое большое событие, это в экономической сфере, это международный экономический форум, я думаю, что все знают. Это конкретная выставочная база, существует почти полвека, имеет очень большие социальные ресурсы. И на этом базе сейчас активно работает российский китайский бизнес-парк. В этот бизнес парк тоже такой тяжелой ситуации, немножко урегулировали свои позиции, свои тактики развития. Поэтому в этом году мы урегулировали план. В этом парке начинать с культуры туризма начинать. Для этого мы начали создать матро развития. Там будем, уже стройка идет, 6000 квадратных метров. Большой ресторан китайской кухни. Мы знаем, массовые туристы, китайцы, еще не так предпочитают, как местная кухня. Все-таки никак не оторвать от своей кухни.
Поэтому китайская кухня для привлечения туристов – это предпоследнее. Город почему так интересный? Потому что это город Санкт-Петербург, кроме своей культурной столицы, достопримечательности. Еще есть очень даже 20-30 лет поддержка развития китайской кухни. Территория Российской Федерации – город с самым хорошим развитием. Здесь около 150 китайских кафе и ресторанов. Летнее время там почти все очередь. В прошлом году я ездил, летал до Сочи, потому что слышал, что в Сочи будет большая открыть премьер-линии, там будет миллион туристов китайцев. Ездили, смотрели, и даже не нашел китайский ресторанчик. Здесь действительно надо много так готовить. В городе здесь есть университет, институт конфуция, подготовить много туристов. И здесь у нас есть хорошая история. Есть очень сильные китаистов, выпускников. Поэтому здесь не просто китайская кухня, надо иметь хороший экскурсовод, переводчики. Кроме этого, у нас китайское деловое центре, мы уже начинаем подготовить курс гидов, это на китайском языке. Собираемся, уже первый курс открывается, будет в начале апреля. Это будет ресторан, подготовить переводчик, гид. Одновременно мы еще откроем уже в апреле товары для туристов. 2 павильона. В мае будем открыть ресторан, большой ресторан и центр обучения. Это китайский язык и русского языка. Мы планируем в этом году свой парк привлечь от 100-150 тысяч туристов. Поэтому поводу мы общались даже с Петролан, пассажирский порт, активно общаемся. Даже недавно зарегистрирована ассоциация развития сотрудничества российско-китайского туризма. Он уже зарегистрирован. Тоже взяли кабинет, офис в китайском доме, в парке. Поэтому в этом году мы хотим очень активно работать. И очень рад, что сегодня есть инициатива со стороны Финляндии. Есть такой инициатив. Я думаю, что мы увидим, что на будущее время парк и петербургские туроператоры будем совместно проработать совместные туристические продукции. Это Санкт-Петербург и Финляндия, потому что это очень близко. Только что мэр говорили, что европейская культура, даже поведение, даже экологический воздух и пища очень привлекает сегодняшних китайцев. Поэтому очень хочу, чтобы дело пошло. Российский бизнес-парк. Ждем сотрудничества. Мы чувствуем, что наш город, сосед Финляндии, тоже имеет представительство в нашем парке. Мы хотим, чтобы туристы из нашего парка и следующей станции уже в соседней Финляндии. Спасибо большое. Спасибо. Kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta näkökulmasta kiinalaisen puolelta.